Живая память. На территории 35-й школы уже несколько месяцев кряду гордо возвышаются березы, липа, дуб с родины Павла Батова Рыбинска. Гости из страны-соседки вместе с руководством Бобруйска продолжают славную традицию, расширяют парк дружбы народов. Работа кипит. Под солнечными апрельскими лучами саженцы кленов моментально заполняют лунки. Имя человека, который отдал свою жизнь за родину, за отчизну, за то, чтобы мы с вами жили, оно живо. По крайней мере, в том, что мы продолжаем дела. Они погибли для того, чтобы мы сегодня жили честно, трудолюбиво. И вот, наверное, и посадка деревьев – это продолжение жизни. Потому что посадить дерево, вырасти сына, да, построить дом – это часть нашей вообще человеческой жизни. В рамках проекта «Вахта памяти. Горсть земли». Делегация из Рыбинска продолжает погружаться корнями в историю в актовом зале. У представителей различных сфер деятельности одна благородная цель – сохранить историю о герое. Важный диалог разворачивается с учащимися школы. Ребята увлеченно слушают, задают вопросы. Прекрасные дети. Замечательный мальчик, который пел на белорусском языке. Это вообще вот что-то, не знаю, тоже тронуло душу. Надеюсь, что наши связи будут продолжаться. Очень хочется приехать к вам на день города и продолжить наше сотрудничество. От Крыма до Победы. Генерал Батов. Моноспектакль. Подарок гостей страны-соседки трогает до глубины души каждого зрителя. На сцене от А до Я звучит история героя о сложном пути, подвигах, силе духа. Символично актер Рыбинского драматического театра однофамилец Павла Ивановича. Мне очень понравилось выступление. Очень интересно было и узнать историю Павла Ивановича Батова, в честь которого называется наша школа. Ответы на вопросы мне тоже очень понравились. Было очень интересно и познавательно. Мы, конечно, изучаем биографию Павла Ивановича Батова, но именно в таком формате было очень познавательно на это посмотреть. И большое спасибо гостям из Рыбинска. Мне очень понравился спектакль. Меня сильно впечатлила сама постановка. Она была трогательна, она была познавательна, интересная. Полезно такое узнавать, особенно нашему поколению, ведь это надо распространять дальше, чтобы люди знали свою историю. Но и на этом приятные сюрпризы не заканчиваются. Делегация преподносит целый чемодан ценных подарков. Уникальные печатные издания, сувениры займут почетное место в учреждении образования, станут проводником в углубленное изучение истории. Сегодняшний визит еще раз подчеркивает нерушимость братских и дружеских связей между городом Бобруйском и городом Рыбинском. Хоть наши школы и находятся в разных городах, но у нас одна общая цель – воспитать достойных граждан своей страны, воспитать достойных патриотов. Щедрых гостей с пустыми руками не отпускают. В Рыбинск делегация увозит символ города на березине – бобра из глины, сделанного руками учащихся школы. Но самое главное – у каждого в сердце остается приятное послевкусие от гостеприимства бобруйской земли. Еще больше о визите гостей покажем в воскресенье в 20:30 в итогах недели. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360.